Новости в эфире информационного канала Севастополя, в студии Дмитрий Дудко. В этом году государственное бюджетное учреждение «Севавтодор» займется содержанием всех городских дорог. В обязанности предприятия входит ямочный ремонт, нанесение дорожной и вертикальной разметки, очистка асфальтового покрытия, содержание светофоров и замена знаков. Кроме того, в Севастополе восстановлением дорог занимаются и подрядные организации. С апреля запланирован капитальный ремонт нескольких дорожных полотен. Все контракты уже заключены. В 2017 году на содержание и ремонт дорог Севастополя в бюджете заложено 539 миллионов рублей. На них отремонтируют 52 улицы. Предусмотрена также очистка дорожного покрытия от загрязнений и нанесение разметки. У вас задание войти в 1 мая. Если у вас собственных сил не хватает, привлекайте подрядчиков, исполнителей. Значит, до 1 апреля показать, как вы нагоняете ускоренными темпами. График на сайте разместить. Всем желающим направлять наш адрес, информацию. Работы по содержанию дорог возьмет на себя государственное бюджетное учреждение «Севавтодор». В апреле автопарк предприятия пополнится техникой общей стоимостью 114 миллионов рублей. Это 18 новых машин. Сегодня в рамках работ по содержанию основной акцент сделан на ямочный ремонт дорожного покрытия, на очистку дорожного покрытия от грязи механическим способом и очистку дорожного покрытия, в том числе под бордюрным камнем, вручную, для чего задействованы люди, погрузчики и вся техника. Работа будет выстроена в круглосуточном режиме, поэтому будем ускоряться и войдем в график, который у нас до 1 мая. С 1 апреля в Севастополе начнет работать асфальтобетонный завод. Смеси будут использовать для ремонта городских дорог. Анна Леготина, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Участок трассы Севастополь-Симферополь, разрушенный в результате оползня, отремонтируют к 29 апреля. На сегодняшний день из трех крымских компаний определяют подрядную организацию, которая займется аварийно-восстановительными работами. Сроки выбора подрядчика сократились после введения на участке особого режима. Благодаря этому дорогу будет возможно отремонтировать уже к майским праздникам, а не к началу следующего года, как предполагалось ранее. Кроме восстановления 300 метров трассы, дорожно-строительная компания определит объем необходимых инженерных работ по остановке оползня площадью в 2 гектара, который до сих пор продолжает двигаться. На работы из резервного фонда выделено 70 миллионов рублей. После их завершения движение по трассе Севастополь-Бахчисарай-Симферополь будет осуществляться без ограничений для любого вида транспорта. Восстановить дорожное полотно. Также выполнить инженерно-изыскательские работы. Для того, чтобы сейчас, во время выполнения аварийно-восстановительных работ, эту самую защиту предусмотреть на краткосрочный период. И для того, чтобы понять объем защиты и время ее устройства, для того, чтобы дорога функционировала долго и безаварийно. Государственный жилищный надзор по Севастополю составил рейтинг городских управляющих компаний по итогам их работы в 2016 году. Среди лидеров оказались государственные унитарные предприятия Нахимовского и Гагаринского районов и управляющая компания «Центр». Хуже всего в 2016 году жителей обслуживало коммунальное предприятие «Север». Его руководитель в ближайшее время будет освобожден от занимаемой должности. Рейтинг составлялся на основе информации о неустраненных в срок проблемах и жалобах, с которыми обращались жильцы. На сегодняшний день в Севастополе работают 43 управляющие компании, из которых только 10 государственные. Руководителя государственной управляющей компании мы освободим от занимаемой должности, а частные управляющие компании мы можем только советовать гражданам, соответственно, переходить в другие управляющие компании, которые более эффективно управляют жилищным фондом. Управляющая компания «Стрелецкой бухты». Она в позапрошлом году была худшая в рейтинге, в этом году она поправилась, там ситуация заметно улучшилась, поэтому, соответственно, руководитель не будет освобожден от занимаемой должности, но выговор будет объявлен. В 2016 году Управление ветеринарии Севастополя потратило на профилактические работы и материально-техническое оснащение 61 миллион рублей. Часть средств направили на приобретение лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы и современного оборудования для определения качества продуктов животного происхождения. Автопарк пополнился автономным мобильным комплексом для уничтожения биологических отходов. В 2016 году ликвидировали 30 тонн некачественной продукции. Согласно докладу о работе Управления ветеринарии Севастополя,
Севастополя за отчетный период в зоне обслуживания ведомства было более 44 тысяч голов животных и птиц. Проводилась вакцинация, профилактика, предотвращение, ликвидация различных болезней и эпидемий. За 2016 год работники управления ветеринарии провели несколько сотен внеплановых проверок и рейдов по выявлению некачественной продукции. Инспекторы вынесли 128 предписаний на штрафы общей суммой в 2,5 миллиона рублей. Результатом ветеринарно-санитарной экспертизы было выявлено 84 случая дикроцелиоза, 282 случая эхинококоза, 23 случая коксидиоза. Таким образом, не допущено в реализацию 387 килограмм опасной продукции. Севастопольцы продолжают отмечать третью годовщину возвращения в состав Российской Федерации. Региональное отделение партии «Единая Россия» вручило героям русской весны почетные грамоты. Среди награжденных – активисты общественных организаций, члены правительства Севастополя, местные депутаты. Награды вручали руководитель города Дмитрий Владимирович Овсянников и секретарь Севастопольского отделения «Единой России» Борис Дмитриевич Колесников. 2014 год стал ключевым в истории Севастополя. На митинге Дня народной воли тысячи жителей Белокаменного высказались за возвращение в родную гавань. Позже на референдуме о статусе Крыма за это проголосовало более 90% населения. 18 марта в Георгиевском зале Кремля президент Владимир Владимирович Путин подписывает указ о принятии двух новых субъектов в состав России. Сегодня севастопольцы чествуют людей, которые своими силами приближали этот день. Одни формировали отряды самообороны и обеспечивали порядок неспокойно время, другие создавали выборную систему, третьи следили за состоянием городской инфраструктуры. Знаете, вот я говорил и буду говорить, никакие экономические, социальные, финансовые трудности не сравнятся с мирным небом над головой, с тем, что наши жены, дети, матери живут под мирным небом. И хочется поблагодарить президента Российской Федерации, всю политическую элиту, весь российский народ за то, что они сделали для нас, за ту руку помощи и поддержки, которые они протянули ровно 3 года назад, в 2014 году. За 3 года сделано немало. Ликвидированы последствия блэкаута, предприятие работает в штатном режиме, благоустраивается город, разработан законопроект о жителях осажденного Севастополя. Дальнейшее развитие города-героя во многом зависит от принятия стратегии развития до 2030 года. Наш следующий шаг – это вкладывать силы и средства в развитие города. Правительство сейчас во втором раунде обсуждает проект стратегии социально-экономического развития до 2030 года. Я сделал предложение о том, чтобы это обсуждение прошло в стенах партии. И в начале апреля мы внесем этот документ в законодательное собрание. Также Севастополь постепенно входит в правовое поле России. Во всех видах деятельности применяются новые законы, а осенью этого года состоятся выборы губернатора города. Севастопольское отделение партии «Единая Россия» уже утвердило кандидатов на процедуру предварительного голосования. Кандидаты, которые зарегистрировались на предварительное партийное голосование, их 5 человек, они встретятся с половиной наших первичных отделений, с половиной местных отделений. У нас есть график этих площадок, он согласован. Дебаты обещают быть интересными, они будут абсолютно открытыми. Пожалуйста, приходите, смотрите, задавайте любые вопросы. Первая дискуссионная площадка откроется 4 апреля. Принять участие в дебатах может каждый. Информация о времени и месте их проведения будет опубликована на официальном сайте Севастопольского отделения партии «Единая Россия». Александр Тимофеев, Дмитрий Еремеев, информационный канал Севастополя. Севастопольские полицейские помогли гражданину Швейцарии продолжить веломарафон. Маршрут путешественника пролегал через Крым. В пригороде Севастополя в поселке Форос Джоан Леннер зашел в кафе, оставив у входа свой горный велосипед стоимостью 242 тысячи рублей. Этим воспользовались злоумышленники и похитили транспортное средство вместе с поклажей. На место происшествия был вызван наряд полиции. Сотрудники МВД в течение часа установили личности злоумышленников и задержали их. Ими оказались 35-летний приезжий и 26-летний житель Севастополя. Изъятый велосипед полицейские вернули потерпевшему. Поблагодарив сотрудников МВД за оперативную помощь, Джоан Леннер продолжил веломарафон. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража». По решению суда мера наказания одного из них – заключение под стражу, другого – подписка о невыезде. Мы думали, что он так остановился на велике, тем более пошел в ресторан. Наш он богатый, у него деньги есть. Так он просто так бы не оставлял. Мне друг говорит, давай, прыгай на велик и езжай, я за тобой поеду. Такое событие могло произойти в любой точке планеты. Но я благодарен сотрудникам севастопольской полиции за то, что они могли оперативно задержать злоумышленников, и я смог продолжить свое путешествие.
И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 марта в Севастополе облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 8, плюс 10 градусов. 22 марта в городе переменная облачность без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, днем местами до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1, плюс 1, днем плюс 13, плюс 15 градусов. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире.